24 человека пострадало в 14 ДТП. Такова дорожная статистика прошедших выходных. 6 октября около 10 вечера авария произошла на улице Большая Нижегородская. Пострадало 3 человека. По информации УМВД, нетрезвый водитель «Лады Приоры» не рассчитал расстояние до впереди движущегося автомобиля «Датсун». От удара «Приора» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Датсун». Им назначено амбулаторное лечение, а пострадавший водитель ВАЗа с полученными травмами был госпитализирован. В тот же день в Суздальском районе на 35-м километре автодороги М7 «Волга» в ДТП пострадало 5 человек. 32-летняя жительница Ивановской области на автомобиле «Opel Mokka» не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с «Маздой». В результате ДТП пострадала водитель «Опеля», водитель и трое пассажиров «Мазды». А на улице Горького автомобиль «Вольво» столкнулся с мотоциклом «Хонда». По информации УМВД, водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги с улицы Сак-Иванцети на главную не предоставил преимущества движущемуся слева мотоциклу. В результате ДТП травму получил водитель мотоцикла. У него диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой лодыжки, ушиб мягких тканей головы, ушиб левой голени, повреждение связок левого коленного сустава. Со всеми этими травмами он госпитализирован.